стоит символ эпохи, символ, самолет-легенда, который действительно в себе воплотил те передовые мысли, которые были в головах наших ученых, инженеров. Мы сейчас ставим вот этот памятник именно им, потому что наше самое главное достояние – это, конечно же, наши люди. И сейчас мы, открывая сегодня новый символ, символ нашего города, сказать, что мы можем этим гордиться. Я надеюсь, что этот импульс, который мы сегодня задали, он даст нам довести этот проект до конца. Мы сделаем здесь музейный комплекс с возможностью посещения самолета внутри. Мы к этому стремимся и к этому будем идти. Спасибо вам большое. Слава городу Жуковскому! Слава России! Ура!